Здорово, Слав. А, привет. Что опять гриб Роганова? Да, нашел. Смотрите, нашли волшебный гриб Роганова. Опять. Вот этот гриб, да, он это. Если его съесть, то что? То не сразу, а вот периодически, если его употреблять, то пить все, завешено всегда. Сколько таких штук? 20 надо съесть? Да. 20 или 40, я уже забыл. 37. 37, да? И тогда все, короче. Все, пьянство, бой, все. Да, все. И тяги нет, да? Нет. Нету, да? Да, и тебя нет. И вообще нет. Ничего нет. Ничего нет, да. Отлично. Чудеса прям на берегу Оки. Пацаны, у нас есть ручная утка, она курит. Славик, дай ей закурить. Да нет, ты вот сюда вот кинь. Ну зачем ты так далеко? Во-во, поплыла курить. Славик, зачем ты их учишь курить? Что ты сдурел совсем? Потом будут у тебя сигареты стрелять. Козы в этом. В детском парке там раньше козы, кони были. Жрут, да? И коза, этот, подходишь прям говорит, к забору, она прям бежит, блин, к тебе. И сигареты ей туда. Она все сжирает, с фильтром прям. Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля. Оп. Быстрее. Ну, теперь за пробкой. Оп, где ж пробка? Ну, где же пробка? Где же пробка? Твою ж ты мать. Наливают. Не достать. Наливают, а не достать. О, глянь, как уже близко подплыла. Слайк, хватай-ка ее. Да ну, будем жарить. Глянь, она близко. Она сейчас кричит, знаешь, как будет. Орать будет? Конечно. Прикольно. Глаз ты у нее вообще труба. Что ни хрен ее знает. Вох. Три. Женя, ты, блядь, глянь, что я нашел. Смотри. Во какой. Ну вот это настоящий гриб Роганова, да. Роганова, смотри, еще маленький вот какой. И маленький он есть. Ну вот этих, да, надо 40 да, штук вот или сколько? 37, вот 37, да. 37, да, вот этих. Да, пить бросаешь навсегда. Не, ну вылечить всех сразу. Надо 37 искать. Это у нас. Вот таких размером 37 пьют. Да, или нет, тем поменьше надо. Ну поменьше, половину. А, ну все равно, пополам. Это нам еще на штук 17-15 найти, наверное. Ну да. Таких. Вот еще один Слав, маленький. Да, да. Вон он, вижу, здоровый. Ну, это Саша ключу, точно. Да, это Саша. Вон, ну, тот немножко старенький, но пойдет. Пойдет. Все, трезвой жизнью заживем. Да, все, пацаны. А вон снизу, смотри. Ну, все. И тут тоже вот. Все, теперь все. Всю симаху кодируем. Может, это опята? Ложные. Не? Не. Не опята? Не. А вон с красной шапкой, видишь? Не. Вон, блядь, это пробка. Пробка. Это вот огрибка. Похож на масленок, блядь. Ну да, я и подумал, масленок. Короче, пацаны, ешьте грибы Роганова, да. Пить не будете вообще. Вообще если зубы не сломать. Интересно, а как его варить? Распаривать на пару. На пару распаривать? Ну, эти же доски-то, блин, как на пару? Ну, не знаю. Их засовывают, это, там кипит вода, и они на пару. И вот долго, блин, часов 10. Например, и вот их тоже огнуть да. Надо. На пару, а потом это. А потом, ну, доску. А потом как жвачку жуешь. Не, вытаскивают ее и сгибают, она легко сгибается. А, понятно, все понятно. И это вот так же надо делать. Гнуть. Это сутки надо на пару, чтобы жевать можно. Хорошенько пропарили, чтобы.